Сейчас я собираю вещи. Я решила немного поменять. То есть, раньше здесь у меня там антистатики, лаки лежали, сейчас они лежат вот здесь. Полное можете посмотреть вот в этом видео, оно сейчас будет появиться. Там можете посмотреть. И наш танец есть, и вот, что я беру. Трудники как были круто на конкурсе. Что еще надо? Ну, вообще, по факту все, только нужно взять перекус. Водичку я положила, перекус еще пока не готов. Еще я положу футляр свой для очков. Вот сюда, наверное. A heart's beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Сейчас я убираюсь вот на этой полке. Тут у меня лежали награды. Я хочу сейчас все дипломы сложить в файлики. Ну, кроме вот этого, потому что он сам по себе такой вот уже обклеенный чем-то. И осталось два дипломчика еще положить. Это немного не поместился, вот. Ну, ладно. Я знаю, медали считать плохая примета, но у меня и 9. Завтра, может быть, и 10 будет. Ну да, это вроде плохая примета считать. Я не знаю, ну ладно. Сейчас мы будем распаковывать вот такой болт для уточек, который мне подарила Ванина подруга. Давайте открывать. Тут был сникерс, я его сейчас вот сюда вставлю. Его уже нет, как вы понимаете. Первое, это вот такие салфеточки. Тут такие салфеточки лежат для уточек. Дальше тут лежит... О! Это вот такие маленькие мини-фломастеры. Милки и Рози. Прикольно. Я надеюсь, им понравится. Таня! Ой, вот они. Ого, это вот такие красивые маленькие мини-фломастеры. Мы о них мечтали. Хорошо, давайте сейчас снимем вот эту вот штучку. И посмотрим фломастеры. Мы их там откроем, да, сейчас. Вот так вот. Вот они вот такие маленькие. Ими уточки будут рисовать. Да, мы их положим к себе в домик. Кто не знает, домик у нас сейчас в шкафу. Спим мы на диване. Также это вот такой настоящий крем здесь. Ой, вот. Для уточек. Ой, немного испачкалась в крему. Вот. Также резиночка для уточек. Также тут лежит... О, это на одежду. Бананчик такой прикольный. Дальше лежит кисточка для рисования. Немного стикеров. Вот такое ожерелье. Для уточек из бисера. Очень красивое такое. Ручка такая обычная. Она вроде бы не синяя, насколько я помню. А, вот такой дракон. Ой, это не дракончик. Ну, в общем, такая игрушечка. Ластик для уточек. И вот такая стирающая ручка. И остались тут... А, о, смотрите, какая красивая кисточка для уточек. Будем им делать макияж. Вот, она, кстати, очень мягенькая. У нас дальше осталась бумажная. Все, да.
и сама коробочка. Если вы это слышите, то у нас шумят соседи. Это дневнички, как я понимаю. Нет, это тетрадки. Вот, имя и имя. Такие. Две тетрадочки, розовая и синенькая. Альбом. Такой вот. О, это пакетик Гасу. Давайте распакуем пока что. Потом отдадим Гасу, так как он сейчас в садике. Гасу вот такая наклеечка. И вот наклеечка. Вот такая наклеечка Гасу. Дальше Розе. Открываем. У меня сейчас нету ножниц, поэтому будем отрывать. Розе здесь побольше чуть-чуть наклеек. Ой, что не вытаскивается. Ой, а вот вытащила. Вот такая приставка наклейка. Вот такие наклеечки. И вот такая наклеечка. И мелкие. Мелкие тут тоже побольше. Да, у нее тут достаточно много. У нее тут 4 штучки вот таких девочек. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайки и всем пока!